Мои планы влаживать время просто, блядь, этот. Раздавайте там всякое такое, проводить не самые худшие стримы. Они, к сожалению, не влияют на это. На развитие канала. Тут влияет, видите, подшестерить лести, блядь. Вот это влияет, да. Подшестерил лести, и все, сидишь там, разыгрываешь, розыгрыш, и хуёзыгрыш, и все сидят, такой, о, блядь, зашли раки, 500 эльфов, о, вот это папа, я клан Смайл, это плюс 200 авторитета сразу чуваку. Охуеть, блядь, пиздец, просто и какая конкуренция, как мне с ними конкурировать, всех так лесно спускает, и все. Типа, вот, нате, блядь, получите стримеров вам, блядь, топовых, блядь. Все тут еще так лесну не любят, блять, и при этом сидят и подсасывают чуваку, который... Они подсасывают шестерки лести, при этом они ее не любят, блять. Еще и гордятся. Ты видел, сколько мы дизол наставили лести, блять? И че, блять? Лесно он спустил чуваков с небес, и все, и нормалды, блять. Новые, блять, топовые стримеры, топ-игроки, блять. Зашкварятся они, как предыдущие, лесно новых спустит с небес. Ну, видите, это для стримера выгодно дружить с лестом. Просто тупо выгодно. И они приходят, у них сразу цель как раз пиарить свой канал. Если я пришел, думаю, буду сейчас как топчик играть по 3 стрима в день, блядь. И таким образом получу пиар, блядь. А хуй там, не катит, блядь. Надо играть не как топчик и не по 3 раза в день. Можно играть даже раз, блядь, в 2 дня и просто сосать лести и все, блядь. И со всеми стримерами по стриме, блядь, попиариться. Не, банан сметане, не на, не таймер. Просто идет разговор о том, о сём. У меня стоит выбор, либо как-то подсосать лесть и перестать материться, и вообще перестать озвучивать своё мнение, блять. И типа у меня начнется успех какой-то, ну нахуй, ну надо тоже. Какие успехи. Почему он еще живой? На броне по ремка и ступую. Да, вывернул. Его не может разъебать, просто едет Смоленск на точку, вы видите, без остановки, ребят. Это вы выкупаете вообще, что происходит? Даже не накатит при желании, хоть и начал разворачиваться. Че накатит, ребят? Боже, он сейчас на них накатит, наверное. Не-не-не, у него скорости не хватает. Эх, к сожалению, не хватает скорости для этого. Ой, меня сейчас будет Шима торпедировать. Я что, сейчас опять нажрусь торпед, типа, да? Можешь бы на гай, перк, мотки плюс пару слов о корабле. Злая собака, спасибо тебе большое за поддержку, огромное большое-пребольшущее. Я сейчас катаем, пару слов о нем расскажу. Его самый главный минус, злая собака, это его цена. На самом-то деле, корабль, в общем, хорошая. Вот цена его, конечно, поражает. Она включила.
Лень. Меня тут опять, сука, заспамливают тупо эсмики. Обычно. Я же говорил, Виталик, что есть исключения. Тоже такое, как бы, исключение, я не знаю, понимаешь? Он сидел, стримил тут стоп-стримером, блядь, постоянно. Тоже такое вот исключение, непонятное, скажем так. Я говорю, что тут есть исключения, я всегда это говорил. Ну, тоже, там, понимаешь... Все не так уж и просто, блядь. Ты же видишь, как еще все на ютубе происходит. Тут есть момент братания, когда уже все, вот, зашел с кем-то, побратался, и пиздец, блядь, тебе на других похуй. Назад, блядь. Какой назад, нахер. Блядь, блядь, ТС. Поддержка моя требуется. Чем же я тебе могу помочь? А башня главного калибра выведена из строя. Чем же я тебе могу помочь? Расскажи ко мне. Ой, ну он сейчас может вывернет на торпы. Че не. Да, вывернет, ребят. Я там еще и эсмиком напихал конкретно. И он на три торпеды. Может даже... Нет, войнушечка, конечно, не будет. Блять, у меня с ними проходит сражение чуть ли не в одиночку какие-то. Ну, торпедник. Что мне прям каждый бой торпедники выбивают, вы видали? Злодеи. Тут 50 косариков я тем временем с них поднадрочил. Бля, на меня переводится, да? Я уже хотел выворачивать тебя, он переводится на меня, сука. Хоть с фугасов. Ладно, не похер. Да, Гречин, я ничего менять у себя на канале не хочу как-то. Мне все подходит. Мое поведение мне практически подходит. Там, может, сильно много матерюсь, ладно, похер. Ну а менять, блять, начинать тут шестерить, блять, начинать тут не договаривать многое, начинать тут просто тупо пиарить корабли лестные, блять. Я же вас буду разводить, вы понимаете, она мне будет спускать премы, блять, и мне надо будет для вас сделать просто какой-то как бы развод, блять, типа вот охуенный корабль, покупайте его. Я на любом корабле сыграю охуенно, естественно, любой корабль будет охуенный. А еще если их контрибьюторство будет, то меня там еще и подкрутят, блять, и оно будет охуенно вдвойне играться, блять. Ему пизда, по-моему, да? Его подловил. Так, как ты выжил? Как ты выжил? 4 попадания, что за бред?
Это кто, Некролуз? Боже, я почти мне не попал. Добивал никого из своих. Крейсер противника уничтожен. Наша команда получила преимущество. Здорово, Андрей. Как очередной 200-очки идем, да, ребят? Было уже тут 250, хотя хотелось бы, конечно, 300. Посмотрел на репе рекорд 312 тысяч. Ну там 300 плюс, по-моему, троих людей, чего троих даже. По очкам все норм. У меня, конечно, по хп не настолько уж все норм. Слышь, чувак, это у вас вообще по очкам дичь, и вы тут должны наступать. Если ты думаешь, будешь просто тупо текать, а я за тобой погонюсь. И там. Блять, так хоть за 300-очку, ребя, это именно тот бой, где если повезет, его можно сделать. Не то, что повезет, если я норм просто сыграю, если у меня сейчас ушот не легко. Шары. Блять, так хоть за 300, так хочется, ребя. 8 минут боя еще. Шимка остался тупо шотный в тупую. У меня топет нету с этого фланга. Плен яростью. Авик, убей, пожалуйста, Шиму, потому что если Авик сейчас Шиму не заберет, если он захватит точку, то мы точно проиграли. Он ее не заберет, я понял. А, хотя, в принципе, там Курв захватывает у них точку, так что по очкам еще все пока спокойно, да? Перемкаюсь. Твой страх и риск, потому что я тут терять больше уже никак не могу. Давай, добей эту Венецию, сука, выживает на колах. Поджог же обязательно, как без него. Как я близок, ребят, как я близок, это пипец. Накатывает на него в дымах как-то, да, походу? Что мне так не даст на него вывернуть, он там по одной башне стреляет. У меня торпеды были с этого фланга, а тут нету торпед, мне выбили так не в тему торпедник. 260, ребя, боже. Стоит он 40к. Есть еще Венеция. Правда, не факт, что там тут долго осталось играть. Я хочу 21 корабль с 300+.
Я на 20 кораблях 300 плюс, это был бы 21. Я настолько близко, что пипец. Ну, стоит, ждет, вот хоть, блядь, бери по нему и не стреляй, я не знаю. Он вроде косой, как бы, но сейчас же, сука, как даст шару. Я еще не туда стреляю, блядь. У него уже летит там прямо у меня, да, че не? 297, ребят. Ты че, будет 300-очка? Голые косики, здорово, Эльдар. Я накатываюсь как-то на 300-очку, ну это может я, блядь, и зря так, конечно, развернулся. Это может, конечно, было очень зря. Ну, 300-очка есть, ребят. Мне до рекорда еще осталось 12к. На Венеции. Голые косики, просто 300-очка. Ну ладно, до рекорда до полного не добил. Рекорд у 312к. Это льдачик у тебя, походу. Сейчас все проверим, что. Я тут все попереустанавливал, ну вроде я все сделал по фэншую, как бы. Так, там Агаю, сейчас пойдем на Агаю. Ребята, 300-очка на Венеции, 300+. Не добил я 10к до рекорда, чуть-чуть я, может, зря на них поехал. Была удача, наверное, стреляться сдалека. А, ну и дальше не пришло ничего. Поэтому он и не робе. Не включилась донатилка. Нормально, ребят, голые косики. 300+, Венеция. Тут 300+, только, по-моему, 3 результата. Причем 312 там есть, а и 300 там с чем-то. Копейками. Я мог, конечно, доиграть, блядь, мне надо было на них не выворачивать, да, я уже просто поехал в тупую за своей 300-очкой, блядь. Ну ничего, самое главное, что 300 я сделал, 21 корабль появляется с 300-очкой. Миллион.